Всем привет, с вами Skip Music, и сегодня поиграем в голову Orange Micro Dark. Как видите, это очень маленькая голова, она ламповая, прошу заметить, и размером не больше, чем 3 банки Фанты. Она 20-ваттная, лампочка 12X7, регулятор громкости на передней панели, регулятор Shape, который регулирует верхнюю и нижнюю середину, Gain, который регулирует наш перегруз, естественно, вход на гитару, выход на наушники, он с капсимом, сзади петля посыл-возврат, и 8-омный выход на кабинет. Компания Orange, конечно же, задумывалась о том, как эта маленькая голова будет звучать в маленькие кабинеты, и придумала маленькие кабинеты. Но будем, конечно, сразу рыпаться с места в карьер и будем играть вот в этот Roland. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, свежие видео каждую неделю.